привет. Ну что, пробуем с вами подснять распаковочку. Оно вот чуть-чуть я начал разрезать и не доразрезал, видите? Специально, просто чтобы мне удобнее было не крутить коробку со всех сторон и, соответственно, сэкономить чуть-чуть времени на тайминге. Значит, есть у нас это все, убираем в сторонку и смотрим, что у нас здесь пришло. Офигеть! Если честно, я не ожидал, что CL30R будет вот такого огромного размера. По размеру он прям большой, да. Внушительный. Думал, что CL30R будет поменьше, если честно, что он такой прям, ну, с кружку минимум полулитровую по размеру. Не ожидал, честно говоря. Здесь у нас получается LD02. Угу. Это вот такой вот компакт. Посмотрим, есть ли у него ультрафиолет. Честно говоря, по-моему, у него должен быть ультрафиолет. Да, 200. Это у нас вот эта ультрафиолетовая лампа. От одной, получается, он батарейки формата 3А работает. Соответственно, очень компактный. Ну, прикольная вполне модель. Значит, дальше смотрим, что у нас здесь. Ну и, соответственно, самое интересное, что у нас здесь есть, это вот этот вот огромный, получается, мощнейший прожектор. Прожектор, получается, у нас Феникс LR40R. Очень даже внушительный. 12 тысяч люмен. Это новинка. И 773 метра дальность. Наверное, мне придется поставить на паузу, чтобы... Хотя нет, попробую вот так одной рукой распаковать. Есть, пробуем одной рукой. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, конечно, внушительные достаточно габариты. Посмотрим, насколько это будет удобно, если попробовать его... Ну, не то чтобы на повседнев, да, как EDC каждый день. Не получится таскать такой огромный фонарь, но все-таки включить бы его сейчас, да? Давайте по паузам. Да, в общем-то, это, конечно, монстр на 12 тысяч люмен. Ну, туда даже днем я вам не покажу, как он светит в объектив, если посмотреть. То есть это очень-очень внушающая мощность. То есть у нас получается дальний свет и вот эти все светодиоды, ближний свет. Ну, 12 тысяч люмен. Вот так вот это выглядит в руке. Соответственно, обязательно будет тестирование максимально. Все покажу, как это работает. Самому очень интересно. Впервые у меня фонарь, по-моему, такой настолько мощный прожектор. Тем более, это новиночка от Phoenix. То есть, это буквально только-только вот появился он у нас в продаже. Соответственно, ссылочки оставлю в описании под видео. Но главным образом это будет интересно, когда будет обзор. Здесь у нас тоже такая лампа на 650 люмен. Кстати говоря, и тот, и другой фонарь могут служить. Здесь у нас, получается, могут служить пауэрбэнком, что тоже довольно удобно. То есть можно заряжать свой телефон. Здесь у нас Type-C, здесь у нас micro-USB. То есть как бы варианты довольно интересные. Надеюсь, будет интересно. Смотрите видео, которые, соответственно, выпущу. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.